Пока шли новогодние праздники, отдыхали не все. Сотрудники полиции исправно несли службу и сильно охраняли общественный порядок. На особом контроле были популярны у ивановцев места отдыха. Но все же некоторые жители области предпочли начать Новый год не с чистого листа, а с преступлений. За период новогодних праздников зарегистрировано несколько преступлений против личности. Среди них это умышленное нанесение телесных повреждений, 3 убийства. Все особо тяжкие преступления раскрыты. Причины их носили в основном бытовой характер. Поступали заявления в полицию по фактам краж и грабежей из магазинов самообслуживания. Задержан подозреваемый в открытом хищении наличных посетителя одного из баров областного центра. Также расследуется уголовное дело по факту угона иномарки. Машина полицейскими уже возвращена законной владелец. На дорогах области с 1 по 8 января было неспокойно. В общей сложности произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Это больше, чем в прошлом году. В результате аварии 3 человека погибли, 43 получили травмы различной степени тяжести. 2 из 3 дорожно-транспортных происшествий с погибшими произошли вследствие выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Аварий в празднике могло быть и значительно больше, если бы не усиленная работа сотрудников ГИБДД. За 8 дней Нового года инспекторы задержали 65 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.